Значит, у строительного степлера бывает так, что пружина, что скобки заедают. И тогда его разбирать не нужно, нужно открыть вот этот магазин. Для этого нужно что сделать? Во-первых, надо снять загрузку магазина. И потом нужно вот за это вот схватиться крепко за эту часть и за эту часть потянуть на себя. Раз. И вот, и он открывается. И вот здесь оказываются наши застрявшие скобки. Закрывается он точно так же. Тянем на себя. Да, вот здесь, сейчас объясню, вот здесь, значит, штифт, плохо видно, вот здесь штифт, внутри штифт стоит, за него зацеплена пружина, если разберете и соберете, ну, не будете знать про эту пружину, то весь магазин будет болтаться вперед-назад. Так быть не должно, значит, пружину не зацепили вот за этот штифт. И надо просто пересобрать, зацепив пружину. Это не очень просто, но делается при помощи отвертки. Значит, собираем назад. Мы проблему решили, плохие скобы удалили, все, собираем. Опять тянем на себя. Это может быть не очень просто для некоторых. И сюда. Раз, и все. Он встает на место, фиксируется вот этими ушками в корпусе. То есть вот этот магазин, он не должен, практически не должен ездить. И вот здесь главное... Здесь должен быть, ну, не должно быть зазора, чтобы не выскакивало по две скобки.